И опять наше любимое место. Мы здесь каждый день питаемся. Наверное, единственное, там салат-бар по цене качеству соответствует ожиданиям. Это же выглядит симпатично, если честно. Надо попробовать. Будешь пробовать? Ну что, курица, тесто, салат. Ничего необычного. Сверху соус, майонеза, не знаю, что это. Все вываливается, все разваливается. В общем, здесь крайне неудобно. Так вкусно, но неудобно. Поэтому, наверное, не знаю, лучше брать то, что мы раньше брали. Ну что, приступим к тому, что раньше ели. Ну, а пита, вот в пите то, что... Какая оценка? По 10-бальной шкале. Я бы 9 поставила. 9? Да. Ну, в принципе, да. Единственное, что... Жирок. Масло. Авокадо и яичко. Ясно. А неудобно есть только мне, вот совсем как бы не понравилось. Весь перемажешься. А по вкусу у них, походу, все вкусно. Они, кстати, работают с приложением Grab. Так что можешь заказать. Сегодня мы вообще разошлись. Мы сегодня купили на 74 рингита. О, весь набор. Это мы с собой еще набрали. Получается, вот этот салат сколько? 10,90. И салата-то офигеть. Да, кусок говна. Такой большой салат, смотрите, какой огромный. На двоих нормально можно поесть. А это сколько стоит? А это 13, по-моему, стоит. А, да, точно. Это 13,90 стоит. Вот так называется. Кстати, рыба тут не зажаренная, в убийство. Да, а что мне здесь нравится, здесь ничего не зажарено. Сейчас будем пробовать. Так, а это у нас 8,90, да, стоит? Курочка, вот это очень вкусная курица. Это 10,90. 8,90 это пита. А, 10,90, а вот. Это называется чикен катсуби, что ли? Вот это блюдо нам вообще очень зашло, мы его очень часто употребляем. Вкусное. Еще бульончик дают. Эти яйца вкусные. Эти вкусные яйца. Вот, короче, в индийской кухне мы пробовали, они невкусные, а вот здесь я не пробовал. Вкусные сейчас, тебе понравилось? А здесь вкусные. Вот они сюда. Ну да. Вообще вот за это еще мы с собой набрали. Вот 74 рингита, да? Это 1300 рублей. А тут еды нам на целый день. Дальше сейчас покажу, как будет готово. Да, ну, в общем, предпочтение у меня все равно в курице. А здесь рыба, она такая кисло-сладкая и перченая. И запах еще немножко странный. Какой-то непонятный. Ну, все-таки вынужден признать, что мне рыба показалась, наверное, невкусной. Она такая, как вареная. Очень много перца, запах какой-то странный. А вот курица, курица вообще бомбическая. Фантастическая. Сочная, хрустящая, очень вкусно сделана курица, прям офигенно. Вот ее бы я рекомендовал, конечно. И салат, которого уже нет, тоже очень классный, вот типа греческого. Thank you.